25 лет исполнила строительной компании «Старатели». Четверть века назад 6 однокурсников Московского авиационного института арендовали заброшенный цех в подмосковном Дзержинском и начали производить простую гипсовую шпатлевку. Но тогда они даже не могли представить, каких высот смогут достичь. Сегодня «Старатели» функционируют не только на территории Подмосковья, но и по всей России. Компания из маленького цеха превратилась в предприятие федерального масштаба и считается одним из лидеров рынка по производству сухих строительных смесей в стране. Продукция применялась при проведении отделочных работ в Большом театре, олимпийских объектах, стадионах, храмах, торговых центрах, детских садах и в многочисленных новостройках. «Старатели» впервые в стране предложили передовые технологии механизированной отделки помещений, что позволило существенно сэкономить время и деньги на строительных объектах. «Старатели» являются лауреатом национальной премии «Лучшая компания», лауреатом Всероссийской премии «Екатерина Великая» в номинации «Лидер отрасли». Поздравляем основателей и работников предприятия с юбилеем. Спасибо, что делаете нашу страну красивее.